достаешь слабее, вот. Они вот такие вот скрываются в штуку. Ну, сейчас мы отпустим ее в аквариум. Я так их держу с другими рыбками. Вот там два коридора соплавают. А недавно еще одного купил вместе с ампулярями. Я еще анкантофтальмуса купил, но я его еще его покажу. Вот, видите, как они там плавают вместе с другими рыбками. Да если что, они не кусаются, они не будут их есть. Потому что они малые, еще они съедают как бы микроорганизмы вредные и съедают. Им еды будет везде полно. Это как бы чистильщики.